Карьер расположился всего в 7 километрах от Новоорска. Это обеспечивает хорошие подъездные пути как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. За добычей камня в веренице идут новые самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Карьер перспективный и позволит вырастить не одну рабочую династию, говорят специалисты. Месторождение молодое. В западной части у нас залегают базальтовые порфириты. В восточной части плагиограниты. По подсчетам разведочных комплексов у нас составляет порядка 59 миллионов метров кубических, и что составляет 166 миллионов тонн. Продолжительность работы карьера обеспечена на 95 лет. Из карьера добытый камень поступает на дробильно-сортировочный комплекс «Мартимикс», который полностью автоматизирован. Программное обеспечение позволяет нам еще поднять производительность фабрики на 30%, где мы автоматизируем практически все процессы и облегчаем труд рабочих. Щебень из новоорского карьера отличается повышенной прочностью и морозоустойчивостью. На сегодня предприятие уже готово выдавать 6 фракций камня по 200 тысяч тонн щебня в месяц до 2,5 миллионов тонн в год. В торжественный момент настал, традиционное перерезание красной ленты и в работу. Взять предприятие, которое 12 лет строилось, поставить сюда абсолютно новую, современную, высокотехнологичную линию, инвестировать существенные ресурсы в нее. Да, а мы на 2 миллиона уже с запуском этой линии увеличиваем мощность производственную в области. Да. Есть потенциал в ближайший год-полтора еще на 2 миллиона. Это уже 150 человек. Хорошая заработная плата. Количество рабочих мест в ближайшее время увеличится до 350. Уральский горно-промышленный холдинг пришел в Новоорск всерьез и надолго. Об этом говорят суммы инвестиций. На сегодняшний день это порядка миллиарда инвестировано с учетом покупки предприятия и в целом модернизации и покупки всех оборудований. На 23-й год планируется еще 500 миллионов инвестировать. Это вторая очередь строительства и завершение полного цикла для того, чтобы выпускать полностью 16 наименований продукции. Щебень из Новоорска применяют в дорожно-строительной отрасли страны. У предприятия широкий рынок сбыта. Для Оренбуржья Уральский горно-промышленный холдинг – это новые рабочие места, налоги, гордость за то, что в миллионах километров современных российских автодорог будет присутствовать новоорский щебень. Александр Криволапов, Андрей Булатов. Новости дня.